День Республики. Такаев отметил, что именно в этот день 1990 года наша страна приняла декларацию о государственном суверенитете Казахстана. Это был наш первый шаг нашей страны на пути к независимости. Национальный праздник, он имеет большую часть к историческому значению в развитии Казахстана. А вот уже как День независимости, он скорее наоборот отходит к теме общественно-политической деятельности. Была принята 25 октября 1990 года постановлением Верховного Совета. В ней впервые были закреплены такие принципы государственности, как целостность, неделимость и неприкосновенность территории. 21 год назад граждане Казахстана отмечают праздник День Республики. Он является государственным праздником. Государственный праздник отмечался каждый год 8 лет подряд. Однако в 2009 году первый президент страны Нурсултан Назарбаев дал приказ об исключении республики. Многие люди считают, что в декларации был провозглашен суверенитет СССР, а не Казахстана. Так считалось, что люди могут сохранить казахское гражданство СССР.